На республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартовало первенство России по лыжным гонкам среди юниоров. Побороться за звание чемпиона съехались около 280 спортсменов из 35 регионов России. Уже прошли забеги в свободном стиле и есть первые результаты. Их знает Евгений Ершов. Соревнования стартовали позже, чем было запланировано. Свои коррективы внесла Олимпиада в Сочи. Впрочем, перенос сроков на боевом духе сборной команды из Коми никак не сказался, говорят тренеры. Юниоры нацелены только на хороший результат. В этих соревнованиях участвуют уже спортсмены, которые прошли определенный отбор, набрали определенные очки, и поэтому у нас очень сильный, так сказать, юниорский состав, сильный, есть победители первенства прошлого года. Также мы большие надежды возлагаем на Юлию Белорукову, то есть это одни из лидеров в стране. К слову, в этом году в соревнованиях принимают участие действительно сильнейшие спортсмены России. Многие совсем недавно представляли нашу страну на мировых стартах, где показали весьма неплохой результат. Впрочем, некоторые признались, на лыжне в Сыктывкаре им придется побороться не только с соперниками, но и с погодой. Честно скажу, мне не нравится такая трасса. И знаете, когда плохо себя чувствую, что найдется много причин, что, допустим, ты не выиграла сегодня. Но я старалась, пока еще у меня второй результат, я довольна, но тяжело далась. Лед, ну, в два раза больше напрягаешься, и снег еще пошел, и лыжи стали похуже ходить. В общем, день хороший. В первый день соревнований на дистанции 10 километров свободным стилем спортсменки из Коми остались без медалей. Лучшие результаты здесь показали представительницы Нижегородской области и Вологды. Впрочем, первенство только стартовало, так что шансы на медали у наших девушек есть. Евгений Ершов, Антон Ворожищев, телеканал Юр.